Ты один из хороших друзей Кутуза. Да. А разговаривал ли ты с ним насчет перехода? Я с ним интересовался и давал ему понять, что я его жду в команде, типа, ну, жду в плане хорошем, то есть, опять же, что пацаны говорят, что Гауч там не забивной, что нам нужно забивной, не забивной, это все, наверное, неправильно. Гаучу это вот сейчас тот игрок. Я это вообще не понимаю, чего у Гаучу да. Человек 4 голевых отдает, человек просто... Гаучу это прям маэстро, это топ игрок, это большой футболист, который приносит большой вклад в команду, вот, но и Кутуз, если будет у нас находиться в команде, в нашей структуре, то это будет очень топово, потому что это тоже большой футболист, который чует, как нужно подставить ножку, где-то там нужно головку подставить, поэтому это хороший футболист, и я бы очень хотел, чтобы он вернулся. Как ты думаешь, он вернется? Есть ли такая вероятность? Да, вообще? Есть такая вероятность, я думаю, что большая, да. Да? Да, очень большая, 110%. Почему?